Привет, я Иван, маэстро барбекю, и вы на канале Big Redneck Russia. Сегодня будем делать пиццу маргариту. Сначала сделаю тесто. Для теста понадобится мука, оливковое масло, сахар, соль, вода и немного дрожжей. Подробно напишу в описании. Тесто для пиццы делается по-разному. Некоторые делают его даже 3 дня, а я вам покажу самый простой и доступный способ, который занимает всего 2 часа. Засыпаю муку в дежу. Высыпаю сахар. И немножко оставляют в этой емкости. Соль. Дрожжи ссыпаю в сахар в мисочку. И добавляю теплую воду. И сверху на дрожжи присыпаю немного муки. Теперь жду 15 минут, когда заработают дрожжи. Вот смотрите, когда вот так вот дрожжи вспенились, вводим их в тесто. Добавляю воду и включаю перемешивание на минимальной скорости. Воду перемешали, добавляем сюда оливковое масло. Снимаю с крючка, переворачиваю и снова перемешиваю. Общее время вымешивания примерно 10 минут. Потом снимаете тесто с крючка и, накрыв пленку, убираете в теплое место. Гриль я разжег заранее, и он уже горячий, но нужно все доделать. Снимаю решетку и сюда ставлю отсекатель. А вот на отсекатель ставлю решетку, а уже на решетку ставлю камень для пиццы. Максимально открываю нижнюю задвижку, закрываю крышку и максимально открываю верхнюю задвижку. С краев к центру обминаю тесто. На доску муку. И разделю этот кусок на 4 части. Положу обратно в дежу. Для соуса понадобится 200 грамм протертых томатов, щепотка соли, 2 щепотки сахара и хорошая чайная ложка орегано, чайная ложка оливкового масла. Хорошо перемешиваю. Существует 2 соуса, вот такой, как сделал я, простой и очень вкусный, а можно еще этот соус подогреть, и он поменяет вкус. Вам выбирать. Я люблю больше такой. Сюда еще можно добавить немножко чеснока, но если чеснок не любите, не добавляйте. Маленькую щепотку гранулированного чеснока. Беру один кусок теста от центра к краю. Сравниваю тесто, чтобы было круглое и красивое. Добавляю соус, 2 столовые ложки. Теперь забираю все это на лопатку и отправляю в гриль. А смотрите, в гриле 320 градусов. Отправляю в гриль. Вот эти вот последние минуты ожидания, они всегда самые томительные. Она уже вкусная, ароматная. Так, аккуратно под пергамент и одним резким движением я ее снимаю. И вот сейчас важно полностью открыть верхнюю задвижку для того, чтобы гриль опять набрал жар. А когда буду жарить вторую, снова закрою. Давайте пробовать. Пиццу режут так же, как раскатывают от середины. Краешь. Это сверху вот так вот присыпать пармезанчиком. Пора пробовать. Видишь, снизу она даже не подгорела.
она хорошо припеклась к корочкам. С камня для пиццы ваш Big Green Egg превратится в печь для пиццы. Всем рекомендую приобрести, и тогда вы сможете делать такую вкусную пиццу. Единственное, у нас сегодня подвела погода, но погода не помеха для Big Green Egg. Пишите комментарии, что еще приготовить, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Конец ролика был, но на запах прибежали дети, потому что отсюда идет потрясающий запах свежего хлеба на всю округу. И сыновья привели друзей. Придется еще жарить. Всем пока!